Накануне столетия пионерии в особняке Горбунова прошел информационный час, краеведческий квест с символичным названием «Взвейтесь кострами». Главная задача, которую ставили перед собой организаторы – знакомство школьников с основными атрибутами пионерской организации «Буднями пионера». На мероприятие были приглашены представители кадетского класса школы номер 3 и актив 8-й школы. Встреча началась со звука пионерского горна, просмотра тематического фильма, посвященного столетию создания Всероссийской пионерской организации. В ходе беседы подростки узнали много нового и интересного из истории пионерской организации. Устав, лозунг, символы, песни, знаки отличия, форму речевки – все, что отображало советскую эпоху, в которой жил, развивался, получал образование каждый школьник, настоящий пионер. Главным символом пионера, конечно, был галстук. Какое волнение возникало у каждого ребенка, когда ему повязывали галстук, когда он становился пионером. Учащийся 8-й школы Саша Катков прочитал стихотворение Елены Ершовой, когда нас посвящали в пионеры. Многих ребят заинтересовал вопрос, почему галстук красного цвета. Красный галстук символизировал свободу, равенство, стремление быть полезным обществу, горячую кровь, текущую в венах молодость. Как повязывался пионерский галстук, ребята смогли узнать после того, как прошла импровизированная церемония посвящения подростков в пионеры. Ребятам повязали галстуки, надели пилотки, к рубашкам прикрепили пионерские значки. На встрече вспомнили песни, которые пели пионеры в отрядах, в лагерях, на школьных линейках. Представители кадетского класса исполнили песню «Взвейтесь кострами». К ним присоединились все гости встречи. С ответным словом выступила почетный гражданин города Валентина Николаевна Кустова, которая призвала ребят занимать активную жизненную позицию, словом и делом служить Родине, быть достойными сынами своей отчизны. Действительно, в пионерских отрядах воспитывалась и ответственность, и дисциплина, и истинные патриотические чувства. И здесь формировались первые организаторские способности, лидерские качества. Звеневой, это уже командир звена, представитель совета отряда, представитель совета дружины. В школе, в городе возглавлял всю работу городской пионерский штаб. Сюда направлялись самые активные дети, самые настойчивые, инициативные. Они представляли интересы каждой пионерской дружины. И вот я бы очень хотела, чтобы и у вас примерно вот такое же детство было, такая же школьная юность, заполнена интересными и полезными делами. На встречу пришла Галина Васильевна Бабкова, племянница полного кавалера Ордена Славы Михаила Александровича Грашнева. Она рассказала школьникам о том, как ее знаменитый дядя посещал пионерский лагерь, участвовал в патриотических акциях, беседовал с пионерами, наставляя их на сохранение дружбы и развитие общественной деятельности. Он часто участвовал в мероприятиях, посвященных памяти, рассказывать о войне. Вот я училась в школе номер 4, улица Наримановская, а рядом с нами был детский дом. И вот он все школы посещал, и все его беседы, рассказы были о войне, чтобы это страшное время не повторилось. И всегда он говорил, конечно, очень эмоционально, тихо, скромно, со слезами на глазах. Но я почему-то задавала всегда вопрос: дядя Миша, а почему ты ходишь больше в детский дом? А в детском доме как раз вот были сироты, дети войны, которые из блокадных городов нашей страны, из горящих точек, были привезены в маленький город Фурманов и поселились в этом детском доме. А он сказал: я как отец должен на них посмотреть, вселить в них дух и уверенность, что все будет хорошо. Всем гостям были вручены красные гвоздики. Представителям школ были выданы для дальнейшей работы на внеклассных мероприятиях комплекты галстуков, значков, пригласительных открыток, которые предоставила для мероприятия Валентина Николаевна Кустова. В финале была выполнена общая фотография, прошла дружеская беседа участников выставки. Исторический квест стал основой для встречи со школьниками в рамках празднования столетия пионерии.